Друзья, всем привет! У нас сегодня суббота, утро. Мы с Андрюшкой смотрим мультик 1938 года про отважного моряка. Называется «Почему у носорога шкура в складках?». Наберите на YouTube прикольный мультик. Саша с папой у нас еще спят. Мы проснулись, мультик смотрим. Так, тут варим гречечку. Я сейчас хочу блины сделать. Вот уже тесто готово. Что-то захотелось блинов. Вот эти вот, которые попались в подарки. Убираете, да, Саш? Молодцы, дедушки. Папа нам приказал. Папа приказал. Ага. Ну и правильно. А ты нам будешь помогать? Ну сейчас, Андрюш, я все это раскидала. Да. Сами раскидали, сами убираете. Правильно папа сказал. Мы прислуги, по-твоему? Причем прислуги, Саш, вы убираете свои игрушки. А мы с папой вам прислуги? Да. Ну, так вот. Ой, дурдом. Спасите! Вон как его. Чего это они издеваются над шариком? Ютуб. Выложили на Ютуб. У них просмотры с лайками. У меня крылья. Это что, прикрепляете, да? Ну не лопай! Да я не лопаю. Отдай. Можно петушка сделать, да, малыш? А у тебя, Санюш? Ой, какой шарик с крылышками. Как будто ангел. Лопнул. Ну, это, наверное, какой-нибудь это китайская подделка того, что должно быть. Потому что рекламируют такую игрушку. Две штучки надо. Отдай. Давай. Мама, а у тебя сейчас блины сгорят? Нет, я перевернула. Короче, не получается ничего. Ой, какой Андрюш паучок. Андрюш приклеил. Это, в общем, такая какая-то игра. Шарики надуваешь, они липкие. И к ним всякие детальки приклеиваешь. В общем, такую штуку рекламируют, но я, наверное... Это папа нам купил. Это я купила за 1200. Но она, наверное, какая-то китайская подделка, мне кажется. Потому что шарики лопаются, их надуть нереально. А у Саши кто получился? О, это кто такой? С крылышками. Это попугай. Попугайчик такой. В общем, вот такая игра прикольная, но почему-то шарики у нас в большинстве лопаются. Может, мы как-то неправильно надуваем? Пяу, пяу, пяу. В любое место можно приклеить. Они липучие. О. В общем, друзья, я тоже что-то заболела. Потому что, видимо, меня дети заразили. Тут, друзья, в этом парке
играет из колонок классическая музыка, то это вот я одобряю, потому что везде играет всякие пошлые песенки обычно, да, как правило. А тут классику ходишь, слушаешь. Так, тут вот в парке есть такие будочки. Бесплатная уличная библиотека. Посмотрим, что там. Какая-то старая открыточка. Ой, кто-то открытку наложил. А это что? Вся немецкая грамматика, полный курс. Ну, в общем-то, тут вот такие вот книжки и есть. Эх ты. В общем, что-то типа это. Тут аттракцион «Веселые горки». Что-то типа этого. Хотя называется «Красная молния». Но суть «Веселых горок». А пока иду, сейчас еще об одной теме скажу. Меня тоже спрашивают иногда в комментариях, что я думаю о быстро раскручиваемых каналах, да, что только появился канал, и уже там несколько тысяч подписчиков, там десятки тысяч просмотров. Вот, друзья, ну я думаю об этом то, что честно такого быть не может, естественно. Это там или реклама какая-то очень хорошая, пиар очень хороший, ну и так далее. Всякие репосты, всякие накрутки. Вот, то есть просто как бы честно, просто так этого быть не может. Что иногда делаю, знаете, как специально пишут название, которое вызывает интерес. Но на деле во влоге этого нету. То есть, например, в названии пишут, да, я в шоке, например. И все срочно кидаются смотреть, почему она в шоке. А во влоге оказывается, что она там ноготь сломала, да, и от этого она в шоке. То есть, ну это как бы тоже, я не буду этим заниматься специально. Названия давать такие, которые не соответствуют действительности, но которые создают интерес. Посмотрите, как красиво. Класс. Тут еще елочный базар рядом. Это вход в парк. Такой красивый сделали. И тут как раз елочный базар. Вон какие елочки, и большие, и маленькие продают всякие. Саш, ты как в лесу. Ты как в лесу. Давай сфотографируй, какая красивая девочка. Нет? Вон какая стоит. Они тут все время стоят. На елки смотрит. Андрюш, Саш, не лази. Вон какую пиццу заказали на вечер. Называется черная карбонара. Черная пицца, короче. Мы таких еще не ели. Мы такие еще не ели, да, черные. Себе заказала роллов. Это горячий, называется медовый джам. Я люблю ролл. Ты тоже любишь ролл? Вон какая у тебя пицца. Андрюш, да, у меня в прошлый раз целый ролл спорол. Ролл спорол. Чего, не будешь больше? Ну, положи обратно. Папа себе жарит картошку с тушенкой. Курицу жарит. Так, еще одни роллы у меня. Это ролл называется сакура. Сакура. А это гунканчики. Мои любимые гунканчики. Гунканчики люблю. Они с соусом спайс. Вкусненькие. Андрюш, у меня в тот раз целый гункан спорол. А малыш? Не все на пиццу налегают. После прогулки-то аппетит разыгрался у деток. Вот что внутри у медового джампа. Там с копченой курицей, помидорина, по-моему, лук зеленый, рис. Ну, в общем, вкусно. Пицца черная карбонара выглядит вот так. Тоже тут сыр, чесночный соус, бекончик и вот такой черный хлебушек.
Андрюша ест мой ролл, который с курицей. Но я думаю, что ничего страшного. Вот так надо есть роллы, а не вашими палками, да, Андрюша?